В Анапе до конца года примут новые правила благоустройства. Такую задачу поставил на расширенном совещании мэр Анапы Василий Швец. Муниципальный правовой акт, призванный привести Анапу к единому архитектурному облику, станет руководством к действию для городских служб, бизнес-сообщества и жителей. Мысль, которая основная есть, чтобы у города было общее лицо у всего малого и среднего бизнеса. Потому что даже те примеры, которые показала сейчас главный архитектор, они... Вот такие вот разношерстные, как большая какая-то вот матрица, калейдоскоп цветов, шрифтов, вывесок и качества, и размеров, и всего остального. Вот их задача – привести к единому облику. При озеленении рекомендуется использовать сорта растений, произрастающих в регионе, что подчеркнет своеобразие и уникальность местной флоры. Ключевым нововведением новых правил благоустройства является приложение к документу – дизайн-код. Это набор правил проектирования, требований и рекомендаций, с помощью которых должна формироваться стилистическая, единая, комфортная и безопасная городская среда. Дизайн-код регламентирует габариты и технические характеристики вывесок на фасадах зданий, регламентирует размещение уличных элементов сезонных кафе и их габариты, предлагает несколько типовых конструкций, нестационарных торговых объектов и так далее. Городские улицы в документе ранжированы на категории, на каждой из которой будут действовать свои регламенты. Новые правила благоустройства разработаны в соответствии с современными тенденциями по благоустройству территории. Предыдущий документ, действующий сейчас, на данный момент является устаревшим. Теперь правила благоустройства содержат полный перечень объектов, элементов благоустройства, требования к ним. Также в новых правилах благоустройства отражена курортная составляющая города. Здесь есть требования к пляжам, к выходам к морю, к набережным. В части озеленения данные новые рекомендации, раздел тоже полностью переписан. Это такой очень правильный, нужный инструмент, чтобы приводить наш город все-таки в порядок, а его нужно приводить в порядок, как в городской среде, черте вернее, так и в сельской местности. И там есть своя специфика, и мы это должны совершенно точно учесть. Мэр поставил задачу, чтобы правила благоустройства были приняты в этом году и начали действовать уже с января.